95-й юбилей отмечает председатель городского совета ветеранов, почетный гражданин Барнаула Матрена Андрейченко. Она прошла всю Отечественную войну, будучи совсем юной. Как фронтовая медсестра спасала жизни, участвовала в освобождении городов, дошла до Германии и встретила долгожданную победу. Большую часть жизни в мирное время посвятила преподавательской деятельности. А выйдя на пенсию, нашла свое призвание – как общественник. Поддерживает ветеранов Великой Отечественной, уделяет внимание патриотическому воспитанию молодежи. С 95-м днем рождения Матрёну Егоровну поздравили представители власти и общественности. За социально значимую работу Матрёну Егоровну удостоили нагрудным знаком «Барнаул». Как отмечает сама Матрёна Егоровна, останавливаться на достигнутом не намерена. Она полна энергии, которую готова тратить на любимое дело и увлечение. Я знаю сейчас одно, то, что мне надо вставать, идти на работу. Есть обязанности, есть что сделать, есть к ветерану сходить, есть чем-то ему помочь, где-то что-то для него побеспокоиться сделать. Поэтому забота есть, каждый день работаешь, поэтому и живешь мыслью и делами тех, которые сейчас есть.